своим действием Максим Казаков. Ошибся партнер. В итоге Константин Макаров под бросок Кузьмину добивает и гол! Очень хорошая комбинация. Дмитрий Макаров открывает счет в этом матче. У нас ошибся Артем Зимченок, автор заброшенной шайбы вчера в матче против Салавата. Но здесь в равной степени могут благодарить себя за неудачные действия Максим Казаков и Артем Зимченок, которые начудили в зоне. Здорово, как из-за ворот передача последовала на пятак. Снова здесь момент. И посмотрите, какое количество моментов! И шайба в воротах 2-0! И давайте смотреть повтор. Вот первая атака. И пас из-за ворот. Бросок с предельно близкой дистанции. Здесь Стась что хочет делать на пятачке. И добивание, в результате которое привело нефтехимик к успеху. Вроде бы вывели шайбу владивостокцы из своей зоны, как снова. Ух ты, а вот это уже шайба, которую можно на совесть Максима Дресика. Крестную шайбу сейчас забросил Ярослав Ольшевский. Еще один, кстати говоря, бывший игрок команды из Владивостока. Просто объехал ворота, да, по-бобровски. Да, по-бобровски. Ольшевский по-бобровски. Не очень удачный такой корявый бросок в исполнении Казакова по воротам. Колпанина, здесь Казаков отправляет шайбу. Ворота 1-3. Ну, Вадим, что я говорил? Десяточка, Казаков. Магия цифр все-таки работает. Что он воспитанник омского хоккея, авангарда, и вот перешел он... В прошлом сезоне играл за Новокузнецкий Металлург, затем перешел в авангард. Ну и вот он становится автором первой шайбы Адмирала в этом матче. Успеют владивостокцы провести атаку, бросок. И шайба ворота! Не просто успели, а еще и... За 5 секунд и 9 десятых до конца второго периода. У нас нет 11 номера, забивают вновь десятка. Два раза десятка. Да, два раза десятка. А у нас 2-3, и интрига в этом матче возрождается. И... Да, вот с этого ракурса очень хорошо видно, что Казаков, автор заброшенной шайбы, дубль Максима Казакова.